все, короче, начался. Блин, осталось его куда-то поставить. Ну, можно и держать, что не надо. Начинаем Let's Play. Игры GTA 5. Консоли Xbox 360. Короче, игра не очень. Смотрите, есть функция, например, отпиздить куст. За это можно поставить там, например, игре 5 баллов из 10. Также можно, например, отпиздить воздух. Нужно что-то поинтереснее, нужно же показать особенности. Ну, да. Или хотя бы сделать что-то любопытное. Ну смотри, да. Расскажи пока свое мнение об этой игре. А, ну вот, мое мнение, ну я не знаю, я ожидал вообще такого, что, поскольку когда я смотрел скрины, я думал, что там графика будет настолько жуткая, ну, в плане, что хорошая, что просто, не знаю, там будет, о, кстати говоря, отличная песня играет на радио, ну вот, что графика будет как минимум, ну, next-gen-овская, то есть, возможно, что на каких-нибудь Xbox One и прочей херне у них будет действительно такая очень клевая графика. Почему? Я сел на заднее сиденье. Ну, потому что такси, вот, но на данный момент это примерно как GTA 4 с подтянутыми полигонами и текстурами, но в принципе, с другой стороны, что еще нужно для счастья, вот, поэтому в каком-то смысле все хорошо, поэтому это все та же самая старая GTA, вот, так что в ней есть все то же самое, что нужно, поэтому все замечательно. Мы куда-то, видимо, двигаемся, не знаю только куда. Я тоже, я рандомно нажал просто точку значения. Да, что-то грузится. Ну, в принципе, о, все отлично. Ага. Этот парк развлечений такой же был в GTA 4. Вопрос. Чё-то, кстати, да, по-моему, даже текстуры одинаковые. Мы ждали 5 лет и получили просто абсолютно то же самое. То есть, во-первых, воздух пиздить в GTA 4 наверняка тоже можно. Я даже скажу больше, даже в GTA 2 можно было пиздить воздух, даже в GTA 1. Хотя не знаю насчет первого. Можно отпиздить недра. Вот нет, вот так, такой темы, мне кажется, не было. Такой небо темы точно не было. Нет, но вот это. Он не мог упасть сразу. Неоспоримый плюс. Ну да. Один из мелких, из которых вкладывается большая игра ТМ. Вот. Да, например, можно проучить ящик. Примахнуться мимо ящика, черт возьми. Эта функция тоже, да, присутствует. Ты можешь играть в пьяного ВДВшника, что у нас было ранее, просто пиздить фонтаны. К сожалению, я не могу играть ни в кого другого. Но это дело все в том, что это сраный Xbox, и мы не умеем с ним управляться, но я думаю, что в процессе у нас что-нибудь получится. Я передумал. В конце концов, это просто симулятор ходьбы пьяным мужиком. Может быть, даже трезвым, не знаю. Это уже неплохо, это уже успех. Ну да, потому что, как правило, в реальной жизни мы не занимаемся тем, что пьяными ходим, ну да, ну и делаем плюс, бесполезные вещи. Плюс то, что Ника Белич не походил все-таки на пьяного мужика такого, настолько, как вот этот Тревор, по-моему, если не ошибаюсь, он выглядит. Мне кажется, он тоже достаточно вот. Близок был к этому. Ника Белич был таким гастарбайтером, а здесь такой чисто американский мужик, который решил надрать всем задницы просто, да, и не знаю, там... Нельзя спиздить магнит или открытку, как я обычно люблю делать. Ну видишь, ты уже устраиваешь хаос, уже кому-то что-то не нравится. Видишь, этот уже мне смысл кажется, купить кажется, эту игру. Ты знаешь, это не просто мертв, это, я не знаю, там, приход или что. То есть твоя очередь за это. Ну, возможно. Сейчас я попробую что-то сделать. Не знаю, хотел. Например, пролить бухло в очередной, в какой-то второй раз за час. Да. Ну, разумеется, это тоже часть плана. Это та самая тряпка, надеюсь? Да. Да. Ссаная тряпка. Так, техническая неполадка небольшая, буквально на минуту, может быть, на минуту. Да, у нас что? Замечательная экранка выходит, мне кажется. Да. Вы можете отключить звуковое сопровождение, включить любую вашу музыку, не знаю, на данный момент, по крайней мере.
Вот, можете вообще не смотреть это видео. Ну, я думаю... Я думаю, если бы вы не хотели его смотреть, то... Да вы бы и не включили. Учитывая, что сейчас идет 5-я минута, то, скорее всего, у вас есть какие-то очень весомые причины его смотреть. Это свободная страна. Так, и допустим, я пытаюсь что-то... Блять, контакты, что нет. Я не хочу писать свои... Поиграй в что-нибудь на телефоне, может быть, там есть сон во сне. Игра в игре. Алло, ёба, это ты? Это ты? Позвони молдавскому. Слушай, замерз я. Ну, мне кажется, судя по его виду, он не замерз. Я боюсь, что останки далеко. Попробуй вон чик подцепить. Черт возьми, как тепло на улице, я просто завидую ему. Я не хочу звонить, я хочу подцепить этих тёлок. Эй, тёлочки, мне кажется, нужно их догнать. Мне кажется, это... О, боже мой, нет. Это очень сомнительный пикап-лайн, Жень, даже для тебя. Назар, буква... Б. Еще раз Б нажми. Охереть, все, догони. И что, я крадусь. Ну, ты просто как животное. О, боже мой, вот она уже готова. Мне кажется, да, ко всему. Так, да где, просто где ты... кнопка бежать? Где бежать? Я должен бежать. А, нет, я слишком... Зажми А. Зажать А? Да. И иди. О, да, детка. О, неплохо. Это точно твоя вина, действительно. Какого хера ты разляживаешься за полминуты, уже просто двум хотела дать. И куда она пропала? Это все как в жизни, действительно, ребята, охерительная игра, она просто убежала куда-то. Это симулятор жизни, да, то есть ты со всей душой подходишь к ней. Смотрите, мне кажется, нужно въебать жирному. Для начала. Вот это мы в жизни не можем смотреть. Смотрит свой iPhone или что? Я думаю, он... Смотришь? Мне кажется, мне нравится. Он жизнь. Печатает твит о том, что пацаны, зацените, я в GTA 5. Ну вот, собственно, теперь все ясно. О боже мой, здесь нет крови. Как так? Нет, тут вообще есть кровь. Настолько жирный, что даже кровь из себя не идет. Мне нужна твоя шляпа, но я не могу ее. Настолько надеть. Жирный, что не поместился в эту игру. Настолько жирный, что вышел отдельным приложением. Вот. Ну, теперь мне захотелось приключений. Я захотел феерии, не знаю, какого-нибудь Кавказа, скажем. О, боже. Я решил отпиздить машину. Мимо проезжает, как обычно. Скорая. Мимо проходил. Какая-то Honda наподобие CR-V. Итак, и как здесь, блядь, обратно? Это действительно феерическое просто время. Как здесь нужно ехать? А, здесь же шифты еще есть. Ё-моё, да как все меняется, черт возьми. Какая к черту скорая? Выпили ей дверь, пожалуйста. Да нет, я должен выпилить тебе дверь. Сраная ты медицинка. Блин, ну ладно, допустим, не повезло. Но сплошные разочарования преследуют нас даже в этой игре. Но тем не менее, я движусь по солнечной, сраной какой-то вымышленной Калифорнии, так что мне охерительно. Вот, за мной даже менты, то есть просто меня не догонят. Понял? Я доминирую над тобой, вот, и это вся игра на доминирование просто. Вот, я еду куда-то, не знаю куда, здесь очень охерительно. Что хочу сказать насчет того, что, насчет четвертой части, ну, здесь, конечно, очень много детализации. То есть, если в четвертой части было много, то здесь охуительно, по-моему, много. То есть, блин, я не знаю, не видел таких районов там точно. Ну, я, честно говоря, я думаю, тут абсолютно тот же самый движок, та же самая степень проработки. Но нет, там особенно в том районе, который был похож на Манхэттен в четвертой части. Там не было таких мест, то есть тут прям так клево, я не знаю, я не видел. Ну, мне кажется, были. Мне кажется, там тоже очень много мелких деталей всяких, я обращал на это внимание. Может быть, сказалось то, что я год не играл в игры. Что там возможно? Черт возьми, судя по твоим рассказам, ты даже не дрочил целый год, какие игры уже. Ну, это все приходящее, как и все в нашей жизни. Ну, скорее уходящее. Дорогу осилит идущий, да, возможно. Видите, вот меня хочет просто. Это уже просто успех. Просто пикап за 5 секунд.
Мне кажется, тебе стоит действительно... Я могу до сих пор шибать столбы, все. Это игра, победитель просто. Я до сих пор по жизни. Мне кажется, да, действительно стоит сейчас угнать пикап, да, и попробовать с его хорошо помощью запикапить кого-нибудь. Солнце светит, я не знаю, машина едет охуительно. Вот. Не хватает только какого-нибудь Кавказа в моей машинке. Я не знаю, как здесь сменить радио. Я сейчас что-нибудь постараюсь придумать. Вот, так. Ну, мы можем замутить свой собственный саундтрек. Кстати, да, это тоже верно. Как здесь вообще его выключить тогда? Блять, да что-то нет, да нет, нет, только не это, боже мой, лучше продайте мою сраку, нет, 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 назад, буква Б. Вот, отлично, мы снова едем, мы снова, черт возьми, едем, мать вашу, что будет на X? Бомба, липучка, пистолет? Я что, могу палить из машины? Да ну нахуй. Это потрясающий, богатый, широкий функционал в этой игре. Я нажал не ту кнопку, но черт возьми. Мне кажется, ты близок к тому, чтобы потратиться. Потрачено. И ты это именно и сделал. Мертв. Мертв, как сраный Кеннеди. Мертв, как сраный Игги Попка.